Меня заскамили, да. Вот просто взяли и заскамили. Я не знаю, возможно, это еще у кого-то случилось. Ребята, рекомендую вам подписаться на канал Веном. Заходим, соответственно, ссылочка будет в описании. Оформляем подписочку и залетаем под последний его видеоролик. Естественно, тоже ставим его здесь царский Лукас. И пишем в комментариях привет от Вайдера и свой никнейм. И рандомных двух людей я добавлю себе в друзья на свой основной аккаунт. Поэтому, ребят, всем удачи. Ссылочка на этот канал в описании. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройки своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн и будем записывать его на тему игры. Да, я не знаю почему, но, по-моему, это прям легендарная фигня. Меня заскамили. Да, вот просто взяли и заскамили. Я не знаю, возможно, это еще у кого-то случилось. Вот, поэтому, если что, ребят, напишите обязательно в комментарии к данному ролику. Но мини-игру я у нас не пройду. На своем основном аккаунте даже первый остров я у нас, скорее всего, не смогу допрыгнуть. Потому что, ну, может быть, мне там повезет, меня кинет как на плюс 2 островов, в чем я очень сомневаюсь, верю, что меня наоборот откинет. Короче, у меня осталось 8 островов, чтобы их всех пройти даже до по плюс одному, нужно 64 конфетки. Вот, а как бы 4 дня осталось, и за это время я получу у нас всего лишь 48 конфет. Получается, я у нас один чувак, который не пройдет у нас эту самую игру. Не, ну окей, я в принципе уже смирился с тем, что, ну я ну, честно признаюсь, один денечек пропустил, да, один день не забрал, но я не думаю, что 12 конфет, а именно один ход прямо решит прям очень сильно мою судьбу, вот, поэтому, ну фиг его знает. Конечно, я у нас дойду, дошагаю всю эту тему, и может быть как раз таки мне тот же самый один остров и останется, и тогда я уже, соответственно, скажу, что это, да, чисто моя была проблема, чисто мой был косяк, потому что я один день пропустил, и на одном деньке, соответственно, я у нас не пропрыгал, не выполнил всю эту штуку, всю эту тему. Но, блин, вот, пацаны, я не знаю, я просто перед тем, как, соответственно, записывать этот ролик, такой сижу и думаю, ё-моё, а ведь в натуре получается такая штука, что я сейчас, по сути-то, по факту, беру вот эту тему, как бы выполняю ее полностью, и, к слову, это как раз-таки тот момент, когда ты действительно у нас неудачник, и даже обычный дефолт и стандартный квестик ты у нас не можешь, соответственно, пройти на все 100%, и тебе это походу не удастся сделать. Я не знаю, опять же, почему и как, но походу это именно такая тема будет. И я не знаю. Я соответственно не знаю, как эта вся штука у нас будет работать. О, ютубер в Каткин. Мамай, нарез. Вот, я не знаю, как вся эта тема будет у нас работать, но черт побери, черт возьми. Я... Ну, как, хотя бы первый остров-то можно пройти? Пожалуйста. Я-то много вообще ничего не прошу. Первый островок. Там у нас призы вообще, ну, от слова максимально легкие, максимально изичные, которые у нас по факту даются с каких-нибудь там контейнеров. Да даже с одной битвы у нас можно намного больше заработать, нежели, соответственно, с этих самых призов. И для меня эта вся тема как-то, ну, немножечко, по крайней мере, непонятна. Потому что, ну, блин, с одной стороны-то вроде бы и хочется пройти хотя бы один круг. А с другой стороны, вот я сейчас для себя лично понимаю, что, ну, блин, я у нас даже первый круг, скорее всего, не допройду. И как-то вот желания особого у меня нету.
проходить эту всю тему. Это, опять же, плюсом ко всему, кто будет говорить, ну, возможно, вот ты просто не прошел этот первый день, и все. Но я у нас за все время на этом аккаунте словил где-то конфет, наверное, 10. То есть, по факту, по сути, я у нас не дособеру всего лишь 2 конфетки, которые я мог у нас получить за данок. То есть, я это у нас все восполнил как раз-таки тем, что просто-напросто я это у нас мог заработать, мог, соответственно, получить просто-напросто с обычных ловли конфеток. И все. Я конфетки ловил? Ловил. А почему мне не хватает? Не знаю, не понимаю. Не знаю и не понимаю. Как-то все сложно, как-то все необычно, как-то все по-дебильному. Меня это раздражает, меня это очень сильно бесит. Я как-то весь сейчас в бешенстве нахожусь и поэтому записываю данный видеоролик. Ну, фиг его знает. Короче, мы сейчас с вами обязательно допройдем полностью эту битву. Завершим, заберем, соответственно, конфетки, которые меня будут ожидать в этом всем деле, чтобы как раз-таки... еще сделать пару шагов и посмотреть, насколько, соответственно, моментов меня, возможно, перекинет вперед. Может быть, там действительно у меня будут какие-нибудь X2 вещи, которые я просто возьму и на изичах, ну, в связи с этими X2, просто возьму и пройду. Может быть такое, я, ребят, вообще не отрицаю, но что-то мне кажется, что у меня там будет максимум X1, максимум там X2, ой, максимум X2, максимум там минус 2 шага, то есть, ну, вот такая какая-то вся тема, скорее всего, ребята, меня будет ждать на этом всем деле. Ух ты, нифига себе, красиво меня убили. И вот поэтому как-то, ну, не знаю, лично вот я для себя как-то этот квестик немножко допохранил. Не хочется, конечно, это все делать, не хочется это все дело хранить себе, вот, и как-то на это обращать внимание, ну, что-то обидно, что-то я не знаю. Вот, это как раз-таки, к слову, я записываю данный видеоролик на тот момент, что, ну, я походу, действительно у нас максимально неудачный человек, потому что, ну, до этого, соответственно, все... контейнеры, когда я открывал, когда мне там говорили, да блин, это не ты такой неудачник, просто вот это контейнеры у нас такие заскамленные, типа там с них уже давным-давно ничего толкового и годного не падает, поэтому даже вообще не переживай, не обращай на это свое внимание. Я типа думал, ну окей, ладно, бог с ним, возможно, как бы и правда не стоит обращать на это внимание, просто, как говорится, выбираю maybe не то время для открытия, maybe там еще что-нибудь такое, знаете, прям ну какие там магнитные бури возможно, на меня влияют, возможно, там еще что-то в этом духе. Ну, то есть, такие какие-то вещи, по факту, неважные, по факту, не очень такие, знаете, которые относятся к моему дропу, но тем не менее, как бы, тем не менее, проходя вот эту игру, я для себя лично понял, что, ну, походу, пацаны, нет. Походу, дело как раз-таки у нас не в магнитных бурях, не во времени, когда я открываю эти контейнеры, не какие-то там пятые, третьи, десятые фишки. Походу, дело как раз-таки в том, что, ну, просто я у нас такой невезучий человек. Потому что мне, с одной стороны, вроде как и смешно записывать данный видеоролик. Я у нас просто ржу и смеюсь, как бы, ну, ситуация внутри патовая, лично для меня. Но вот как я для себя вижу всю эту тему, что-то мне не очень комфортно и не очень приятно как раз таки эту всю штуку на себе ощущать. С одной стороны, да, можно посмеяться, можно поприкалываться, с другой стороны, ну как прикалываться особо мне-то и не хочется. Так, давай, дружище, немножко меня подлечи, немножко, соответственно, меня подхиль. Так, куда ты у нас здесь пошел? Ой-ой-ой-ой, здесь я у нас минки совершенно не заметил, потому что чувак с диверсантом еще здесь. Ладно, на бой я здесь внимания особо не обращаю, потому что я у нас зашел чисто, как говорится, с вами поговорить, чисто с вами побалаболить, чисто с вами, соответственно, рассказать эту вот такую грустную и печальную для меня весть, повесть, потому что, ну, не прет и не везет. Блин, хопперы вот эти, конечно, попрыгучие. Берут флажочки и убирают. Берут и забирают их. Такое себе. Ну да ладно. Вот, как-то я даже не знаю, как к этому мне относиться. Вот напишите вы, ребята, обязательно в комментариях, как вот вы думаете, вот это у меня просто аккаунт такой невезучий. Вот, или в принципе...
получилась такая тема, что, ну вот как-то звезды так сложились. Звезды как-то складываются везде, соответственно, на моих аккаунтах, и из-за этого, соответственно, мне не прет и не везет. Maybe и такая штука, и такая тема у нас существует. Ну, а вдруг, а может быть? Вот, я ж фиг его знаю, да, ребята? Вот, поэтому не знаю. Поэтому я пока, соответственно, схожусь с этими мыслями. Давайте мы сейчас каточку эту дозавершим, заберем с вами все заданочки и, соответственно, пойдем уже прыгать дальше по планетам. Все я, соответственно, Руси, все я Танков Онлайн. Посмотрим, что из этого у нас выйдет да получится. Так, все, каточку мы дозавершили, в принципе, ее выиграли на первом месте, и давайте мы с вами, соответственно, будем забирать заданочки, миссии для прохождения этих самых планеточек. Так, планетки у нас и конфетки, соответственно, имеются. Заходим на сайтик и начинаем прыгать. Ну, может быть, на туре сейчас у нас будет просто x2, я уж сейчас хоп, x2, хоп, x2. Ну, хотя у меня только один получится x2, да? Ну, хотя бы один, пожалуйста. Ну, вы понимаете. Ладно, на этом мы с вами будем заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока.